Ваша гильдия, Вечные, владеет горным регионом западного запределья и контролирует рынок оружия и руды. А все благодаря тому, что вы добываете этот ценный ресурс. Торговцы вашей гильдии отправляются на юг и отвозят мечи и сырье в город. Дантон-Си расположен в болотах, где нет руды. Хорошее оружие здесь редкость и в большой цене. Эта гильдия охотится на степных животных, добывая их шкуры. Здесь же обитают древние животные, редко встречающиеся в Альбионе. Затем гильдия продает свою добычу в городе. Ваши торговцы покупают у охотников ценные шкуры. Они пойдут на доспехи, сумки и седла. Торговцы грузят покупки на валов и возвращаются обратно в горы. У тебя есть только денег? Да, вечные границы. Что-то меняются, больные какие-то симптомы поменяются. Вот беременная, их много было, вы говорите. Страдает ли плод и вообще, насколько опасно? Ну я вот не знаю, лично я. Вот смотри, я, да. Это нужно стать отдыхом. Вот понимаешь, любой навык становится сердцебиением или чем-то таким, что само собой... пищеварением, как угодно. Так о чем они говорят? Он про это и говорил тебе, да. То есть вот и все просто, кайфом становится. Понимаешь? Да. Просто натурой твоей становится. Любой навык, в том числе, да, понимаешь. Возможно, даже прирожденный какой-то, да, понимаешь. Ну, свойство такое, не знаю, природы. Наращивать нейроны, наверное, да. Да, мускулатуру в нужных местах только иметь или что там были. Да. То есть как бы. То есть все нормально, и это как бы в жизни прямо сейчас происходит, и здесь всегда. Вот смотри, говорить это сложный навык, но все им владеют, понимаешь? Да, танцевать. Вертикально стоять это тоже не так просто, как тебе кажется, да, понимаешь? Да. Вот это он имеет в виду, да. Ну такие, вот и все. Музыку играть и сочинять это тоже не так просто, как тебе кажется, но это тоже устаревшее уже немножко, да. Но это не значит, что этого нельзя, да, понимаете, да. Женщина, успокойся, ты лучше объяснительный такая. Да. Лучше ничего не объясняй, лучше успокойся уже, да. Ну хорошо, а как бы лучше эту жизнь прожить, вот скажи тогда. А только он будет меня, только она будет меня любить, да, понимаешь, она идет. Хорошо, как сделать, чтобы не одна меня любила, ну, понимаешь, я не буду ничего говорить, можно я не буду уже говорить ничего, кстати? Я тебя понимаю. Ну ладно. Такая вот жизнь. А что тебе так интересно, вот их понимаю, есть? Намного лучше можно. Можно даже и так, только еще лучше, чем ты знаешь. И оказывается, да. Я тебе точно говорю. Точно, однозначно, да. Ты бы пожалела 100 раз, если бы наоборот. Ну, или наоборот. Он бы пожалел 100 раз, наоборот. Тогда. А, наоборот, значит, смотри, как ты знаешь. Да. Его так знаешь, и все. Да, понял, да. Да. А, ну да, одно и то же. Ну и что дальше-то? Да. Ну, хорошо, я согласен, да. Это тоже, да, понимаешь? Любое обвинение, оно за тебя, его можно перевернуть, чтобы оно было за тебя, понимаешь? Не то, что можно, а выхода другого нет. Да, иначе ты просто ослепнешь от своих, да, понимаешь? Заболеешь. Да. Потому что оно тебе объективно указывает на что-то незнание, да, и так далее. Да, это тоже китайский Даринагасава, да. Ну да, ну типа того. Просто прием такой-то, знаешь, конечно. Да. Вот это он, блин. Да. Да.
Да. Ой, это я уже большая тряпка, большая тряпка. Вот это и говорит он себе, да. Понимаешь, я тоже уже, да. Да, 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 ладно, все, хорошо. Все любят меня, скажи. Да, не беременна женщина. Мы сейчас имеем разновидность Дэвида, да? Нужна, значит, пациенты такая понятия. Приобретают несколько другие черты, они были агрессивные, однако сейчас все-таки с учетом того, что вакцинация, она дает однозначно положительный эффект, как бы никто там не говорил, мы сейчас видим, что и количество тяжело заболевших все-таки несколько уменьшилось, однако клиника, она разнообразная. Она разнообразная, и сейчас уже не факт, что это потеря вкуса и обоняния, как было раньше, да, мы сейчас уже видим случаи, когда этого нет, но пациенты болеют достаточно все-таки тяжело, бывают признаки обезвоживания на фоне желудочно-кишечных расстройств, такой, ну, знаете, несколько масок красок имеет этот штамм, но мы, наверное, все-таки уже его знаем и умеем лечить. Пока очень ограниченные сведения, если вы, конечно, с ними успели ознакомиться, у вас так много работы своей. Тем не менее, вот первые заболевшие, сильная слабость у омикрона, это горло болит, но даже высокой температуры нет и нет заболеваний легких. Это вот данные врачей из Южной Африки, пока такие поступают сведения, насколько они будут дальше такими, непонятно. Ну, это так можно говорить о легком течении, я правильно понимаю? Ну, скорее всего, да, и опять же, и там же врачи говорят, что не у всех пациентов есть нарушение вкуса и обоняния, о том, что мы говорим. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру. Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код и смотрите 60 минут, когда вам удобно. Люблю приезжать в гости к бабушке. Море соблазнов и горизонта не видно. Но как балансировать, чтобы не стало обидно? И сам сыт, и никаких обид. Хранили театр, не театр. Да, да, понимаешь. Да. Видишь, Адель, а добро людям создать уже неизвестно, да, понимает. Вот он, да, понимает, да, да. Вот он ответ. Вот видишь, вот и вот все, да, понимает. Много надо успеть сделать, пока я не помню. Ну нет, Чего это мне показали такое сейчас? Чем? Я же новости смотрел уже. Страна Вести в субботу. И на первый взгляд, ну какие новости в арабской пустыне Аль-Кутра. На самом деле, вот за теми барханами сейчас сотворилось настоящее чудо, о котором надо знать и всему миру. Ну и тем более зрителям нашей программы. За считанные месяцы здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, в УАЭ, среди ничего возникли, считайте, новый город. Сейчас мы поднимемся вот на эту башню и взглянем сверху на площадку Всемирной выставки Экспо под Дубаем. Пожалуй, такого еще не было никогда. Чудо-водопад. И ладно бы просто отлили воды. Смотри, если ты профессию меняешь или свою область деятельности, семья голодная останется, да, понимает. То есть сам позорить себя будешь, да, понимаешь. Ну да. Как-то, да. Позор — это мужская или женская тема? Это мужское счастье, позор, ага. Ну, да, да, но это в том смысле, когда уже что-то сломал ты, да. Можно не ломать, можно вывести. Новое, да, он понимает, да. Ну, не показатель чего-то хорошего с мужской стороны, понимаешь? Вот если у женщины позор,
Ну, это нет, это как прием. Ты такой, фу, какой позорный критик, или а его весь мир знает. Понимаешь, там, фу, Джим Керри, как это, не, а его весь мир смеется и любит его, понимаешь, да. Я к примеру тебе говорю. Да, да, то есть он, ну и что, плохой, наоборот, он все говорит. Ну, я понял, да. Ну, он все думает так, да. Ну, да, так что это так. Ну, типа того, да. Да. Еще и деньги ему платят, понимаешь. Ну, да, поняла. Ну, пока не платят, но, как бы, да. Да, понимает он тебя. Ну, смотри сам, короче. Да. Время, но все равно, как бы, если деньги-то платить не будут, как ты... Ну что же тогда сидеть, как бы, это будет отдельно, что ли, это, да, понимает. Вот это уже позорно, когда ты чем-то занимаешься, как бы, да, понимаю, да. 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 Ну, чрезвычайно, да.